Соблюдение правил охоты, использование и воспроизводство объектов животного мира – все это функции Тамбов облохотуправления и специалистов подведомственного управления учреждения «Тамбов-охота». На территории нашей области располагаются 49 охотничьих хозяйств и 29 охотпользователей, а охотников зарегистрировано больше 35 тысяч. В прошлом году было проведено 3500 рейдов по пресечению и предупреждению нарушений законодательства об охоте. За первое полугодие текущего года мы уже итоги работы подвели с охотпользователями, с охотоведами Тамбов-охота. Поэтому хочется сказать, что мы провели рейдовые мероприятия в количестве свыше 1500 во всех охотхозяйствах. Выявлено свыше 280 административных правонарушений. В нашей области охотники добывают лося, косулю, лисицу, зайца, бобра, куницу, гуся, утку и куропатку. 1 июня открылся сезон охоты на кабана.